Гусям дали капусту. Ох, как они дерут теперь эту капусту. Они любят капустку. Ага, вот подошли, видели? Сейчас Степка увидит и прогонит. Угу. Ой, ой, бежит. Ничего не видит. А вот Степка купается со своими гусятами и со Степанидой. Видели? Наелись уже. А это молодые инкубаторские прибежали. Степа выпрыгнул из воды. А Степанидка купается еще. А ты Гошу выпустил? А вон Гоша с Матильдой со своей, видите? Тоже капусту едят. А, ну идут, вот молодые. Вот, и не видели? Сейчас отнимут у Гошки все. Ой, ой. Он уйдет, он не будет связываться. Нет, не стали подходить к нему. К воде пошли попить водички. Кто кого гоняет? А? Кто кого? Непонятно. Сейчас их трудно различить, инкубаторских между собой. Вот эти большие и средние, они совершенно одинаковые стали. Все, Гошенька наелся, пошел. Ему лишнее не надо. О, красавец побежал. Степка никогда не ест, пока дети не наедятся. И Степанидка. Вот это я понимаю, хозяин. Настоящий гусак. У нас дождь зарядил. Всю ночь шел. И днем шел. А сейчас немножко усилился.
Да, говорят, на целую неделю. Убежала на улицу побегать. Кисулька наша. Ну, пускай. Ей же тоже надо, да, на улицу побегать. Потом покричит. Вон она выглядывает. Вон там из-за столбика. Киса, киса, киса. Куда убежала? Барсюшка? Красотулечка наша. А, не видно больше. Все спряталось. Толя зашил угол дома. Красиво, аккуратненько так. И там мы оставили лаз для кошки. Там и кот у нас лазил. И мы оставили для кошечки маленькой тоже лаз. Это вот здесь вот. Вот здесь. Откуда вылезла кошечка. Вон она. Выглядывает. На дождик смотрит. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, ты куда прибежала? Киса, кисуля. Кисулька. Ой, здесь она будет под крылечком сидеть, наверное. Сегодня очень пасмурно. Всю ночь шел дождь. Вчера дождь целый день был, и вчерашнюю ночь. А сегодня еще и гром гремит. Представляете, гроза. Но она такая, только гром гремит, а не сверкает, не видно. Нет. Такая вот погода. Небо мрачное. Хотя утром минут на 5 выглянуло солнышко. И так стало сразу хорошо, на душе весело прям. Думаю, ну все, день солнечный будет. Настроение прям хорошее, все. А потом смотрю в окно, думаю, что-то прям как будто вечер. А сейчас утро, 10 часов утра. Да, и вот такой денек. Говорят, на целую неделю дождь будет. Цыплят сегодня не выпустила. Они орали-орали, я их не выпустила. Ну, откуда им в такую грязь месить лапками? Гусей чуть попозже выпущу. Толя уехал в город по делам, по своим, так сказать. Дождичек пошел.